Всем привет, меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать компонент JCASA и шаблон UMarket. Мы продолжаем с вами оформлять главную страницу. И под вот этим блоком, который мы рассмотрели с вами в предыдущем уроке, у нас идет вот такой информационный блок. Такой некий призыв к действию, да? То есть у нас какой-то текст и кнопочка «Пойдем», да? То есть, возможно, это будет ссылка, там, я не знаю, ввести на какую-то акцию или какой-то эксклюзивный товар и так далее. То есть, как оформить этот блок в этом уроке? Это делать не обязательно, но мне все же хочется вам показать, как это делается. Но перед этим у нас JCASA обновилась вчера до версии 1.4.0. Вы можете перейти на сайт разработчика и ознакомиться. Здесь много чего есть, то есть показано, что обновлено. Давайте мы с вами обновим то, что мы уже используем перед темой урока. Переходим в админку нашего сайта, переходим в компоненты JCASA, переходим в инструменты расширения. В этой области у нас показано все, что у нас в данный момент используется на сайте. Прокручиваем чуть ниже, видим, что сама JCASA 1.4.0 free, то есть она уже стабильная. На сайте разработчика это указано. Давайте сначала обновим ее. Кликаем на кнопочку «Обновить». Обновляется система. Смотрим, у нас должно гореть все зелененьким. Можем нажать на кнопку «Проверить базу». Дальше опять переходим «Расширение». JCASA у нас обновлена. Видно, версия 1.4.0. JCASA категории модуль тоже можно обновить. Кликаем вот по этой кнопочке со стрелочкой. Установка модуля успешно завершена, то есть обновили. И давайте обновим все, что здесь осталось. Вот только JCASA Templates UMarket. Давайте посмотрим, стабильная ли там версия. В принципе, на сайте это все указано. Но можем здесь посмотреть. То есть шаблон у нас основной, вот этот UMarket тоже обновился. В принципе, можно все обновлять. Обновляю шаблон UMarket. Обновился и обновляю все остальное. Таким же образом вы тоже все можете обновить. У нас с вами стоят везде галочки. Все стоит свежее, все актуальное. Перейдем на сайт, посмотрим, все ли нормально. Вот, ну и с изменениями, да, на сайте вы здесь можете ознакомиться, почитать. Тут много чего вошло. Давайте возвращаемся к теме урока. Нам понадобится для реализации такого блока перейти в быстрый старт, в админку. Переходим дальше. Расширение модулей. Отсортируем вот здесь вот по HTML-код. Это у нас летняя коллекция. Кликаем. Обычный HTML-код модуль. Мы все отсюда скопируем, а потом заменим это на нашем сайте. То есть сейчас мы кликаем в редакторе вот на эту иконочку «Исходный код». Здесь будьте аккуратнее, не удалите всевозможные классы, теги. Вот это все нужно. Мы лишь вот будем выделять вот так вот текст, который нам не нужен, и будем заменять его на свой. Все, что здесь есть, выделяем, копируем. Идем в админку нашего сайта, переходим в расширение модулей. Здесь нажимаем «Создать». Выбираем HTML-код, выбираем исходный код, вставляем, окей. Позиция модуля, это у нас позиция 4. Находим ее здесь. Заголовок скрываем, как-нибудь называем его. Указываем это только на главной странице. Ну, вы как хотите, можете на разных страницах указать. Я выберу только на главной. Дальше. Весь текст меняете. Да, менять лучше здесь. То есть прямо в режиме редактирования HTML. То есть вот теги все оставляем. Вот тег P закрывающий. То есть вот это идет какое-то описание на английском. Все удаляете, пишите свое. H3 заголовок. Летняя коллекция меняете на свое. Текст кнопки «Пойдем»
Вот здесь вот можете поменять там, например, подробнее и ссылку на саму кнопку, да, то есть, например, я возьму вот эту ссылку, меняется вот здесь вот, между кавычек, только кавычки не удаляем, то есть вот так вот чистим, вставляем нашу ссылку. Вот, в принципе, здесь все практически. Нажимаем ОК, нажимаем сохранить, пойдем на сайт. Пока внизу у нас ничего нет, обновляемся. И появляется блок, но он выглядит не так, как здесь. Потому что нам нужно пройти дополнительные параметры в быстром старте и забрать отсюда суффикс CSS класс модуля. Как раз таки он дает такой визуальный эффект. Копируем. Переходим в админку нашего сайта, переходим в дополнительные параметры. Здесь мы видим, у нас пусто. И просто проставляем данный параметр. Нажимаем сохранить. Идем на сайт еще раз. Обновляемся. И у нас выглядит ровно так же, как и на демо. И, соответственно, здесь вы все поменяете на свое. Такой симпатичный блок. Вот и все на этом уроке. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании под этим видео. Не забывайте, что я предоставляю скидку на покупку системы JCASA, 15% скидка. Чтобы получить скидку, обращайтесь ко мне на почту. Почта будет в описании под этим видео. На этом здесь все и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.